Здравствуйте, с вами Дмитрий Трофимов, и сейчас я себя покажу, а потом расскажу, что мы здесь делаем, да, в этом торговом центре. А это я, здравствуйте. А сегодня мы с вами будем тренироваться работать с автоматическими негативными мыслями. И вы сейчас поймете, о чем я говорю. Понеслась. Окей, я сейчас иду с камерой. И буду смотреть на людей. Или люди будут идти ко мне навстречу, люди будут меня обгонять, и у меня должны появляться какие-то мысли по поводу этих людей, которые мне встречаются. Какие мысли мне встречаются? Автоматически и негативно. Естественно, мы с вами сегодня тренируем технику, которую я предоставил на своем канале. Ссылка только что появилась. И мы применяем эту технику прямо сейчас. Я применяю эту технику и демонстрирую, показываю вам, как это нужно делать. Окей. Я иду. Там вот мужик, который идет впереди. Вот видите, мужик, который с сумочкой идет, с сумкой черной. Черной куртки. Этот мужик оглянулся, потому что он услышал, что я говорю что-то про канал. У меня должна появиться автоматическая негативная мысль. Этот мужик на меня посмотрел, он думает, что я какой-то неадекватный чувак, который снимает видео. Он чокнутый психопат, думает этот мужик про меня. Это автоматическая негативная мысль, говорю я себе. Я говорю, стоп, останавливаю эту мысль. Я обозначаю эту мысль, я говорю, что она автоматическая и негативная. И после этого я говорю, что эта мысль мне неприятно, да, что эта мысль вредит мне. Можно сказать и так. После этого я включаю внимание на внешнее, я ощущаю, как я иду, ощущаю куртку, которой я одет, я прислушиваюсь к звукам. Окей, мы продолжаем дальше. Вот я иду, люди идут ко мне навстречу, у меня может появиться какая-то автоматическая мысль, еще одна негативная, и я опять себе говорю, стоп, давайте посмотрим на какого-нибудь человека, на какого-нибудь человека, который сейчас что-то про меня 100% подумал, я же умею читать мысли других людей. Давайте. Так, ну допустим, что-нибудь вот люди идут, и вон там стоят парни с флаерами. Да, вот один из парней увидел меня. Сейчас я вам покажу его. Смотрите, вон там вот парень стоит, вот это вот раздает. У меня появилась, например, допустим, автоматическая негативная мысль опять, что я снимаю что-то здесь, это запрещено, и я вообще плохой человек. Это опять автоматическая негативная мысль. Я себе говорю, стоп. Да, сначала я останавливаю эту мысль, потом я говорю себе, обозначаю эту мысль, я говорю, что эта мысль негативная, она автоматическая, это не моя мысль, это привычка мышления, говорю я себе. И потом дальше я говорю себе рациональную мысль. Я не телепат, я не умею читать его мысли, и я не знаю, о чем он подумал, когда посмотрел на меня. Вдруг он в этот момент думал, что он не съел сегодня пирожок. Или наоборот, он съел этот пирожок, и ему сейчас очень плохо. Далее я переключаю внимание на внешнее, прислушиваюсь к звукам, здесь музыка играет, здесь люди ходят. Я слышу, как они разговаривают, я ощущаю телом свою куртку, одежду, которая на мне. Я чувствую, как я иду своими ботинками, да, прикасаюсь к полу. Оп, все, мысль опять ушла. И я продолжаю в таком духе ходить здесь, по этому торговому центру. Я ловлю такие автоматические негативные мысли, которые появляются в моей голове и говорят о том, что я умею читать мысли других людей, потому что я же на самом деле супермен-телепат. Хотя на самом деле это не так. Я не умею читать мысли других людей. Мысли, которые ко мне приходят, они автоматические и негативные. Это привычка ума, это привычка мышления, которую я приобрел в прошлом. Ну вот я делаю еще один круг, и вот у меня появилась, допустим, еще одна негативная автоматическая мысль, что люди думают, что я разговариваю сам с собой, когда я иду с этой камерой. Я говорю себе «стоп». Потом я обозначаю эту мысль, говорю «это автоматическая негативная мысль». Потом я говорю себе «я не телепат, я не умею читать мысли других людей». И опять переключаю внимание на внешнее. И все по кругу, я иду и тренирую свое мышление, я постоянно настойчиво говорю своему уму: остановись, чувак, ты ошибаешься, остановись, чувак, ты точно ошибаешься, это неправда, ум, ты
заблуждаешься. Ты не умеешь читать мысли других людей. Вот такая вот сегодня тренировка. Надеюсь, вы поняли, как нужно работать с этой техникой. И на сегодня все. Также напоминаю, что вам нужно подписаться на мой канал, если вы хотите еще больше разных видео по этой теме. Опять же, увидеть, я вижу, что вы подписываетесь на мой канал, это меня мотивирует еще больше снимать крутых разных видосов. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, заходите ко мне на страницу ВКонтакте, у меня есть мой паблик, вы можете посмотреть там много полезной, важной, опять же, информации, которая вам также пригодится и которая даст вам результат. Ну и телеграм-канал у меня есть. И на сегодня все. Хорошего настроения, поменьше автоматических негативных мыслей и пока-пока!